Тут не ждут вообще. То есть Хантер сделал все правильно. Он понимал, что Алексей Би, если отъезжает, это минус раунд, поэтому надо перестраховаться. Просто прячется сейчас за белым фургоном. Бомба ставится. Хантер выходит, не дает этого сделать. Делает килл, но все равно 2 в 2. И сейчас можно еще Хантера отстрелить. Вот 27-27, еще одни допы. Пау-пау-пау. Ты посмотри на Броки. Его обычно невозможно на эмоции какие-то разбанить. А тут даже он просто в шоке, в бакере. Пятые допы.